you that while doing this. А что если я вам скажу, что кроме вот этого вот рифа, да? And I need to also add the percussion. Нужно еще добавить перкуссию. Ударные. How is it possible? Как это можно сделать? It's from what I've learned. I cannot do it because my both hands are here. Я не могу этого делать, потому что обе руки заняты исполнением вот этого вот зубодробительного пассажа. So I'm not gonna play this one because it's not possible, and I'm gonna play another song. Поэтому я не буду играть эту песню. Это невозможно. Я сыграю вам что-то другое. От банки сардин. And I play some guitar. Крышечку. И помещу ее на гитару. And then I take the kitchen knife. Беру столовый нож. Between my hands and between my fingers. Зажимаю его между пальцами. And I do this. Because if I play just this, it doesn't sound so cool. I need to add chords. Мне нужно добавить к этому аккорды, конечно. Просто мелодию играть как-то не очень круто. But now the hands are really busy. Но теперь у меня руки-то точно заняты. Что делать? So, normally you stop here. И нормальный человек остановился бы здесь. Ну, я... But what if I remove my shoes? Ну, я снял туфли. This is my version of Miserable by Pulp Fiction. И вот теперь моя версия криминального чтива.